Уважаемые коллеги, добрый день! Меня зовут Лаврентьева Екатерина, и я являюсь сертифицированным тренером компании «Мезопроф» по инъекционному направлению. Сегодня тема нашего диалога будет посвящена двум уникальным препаратам, которые носят название Renova H Askin Result. И мне очень хочется поделиться секретами их использования, а также теми уникальными качествами, которые обладают два этих продукта. В первую очередь, оба они основаны на гиалуроновой кислоте высокой степени очистки, высокомолекулярной. Разница между ними лишь в концентрации. Skin Result 1.2 содержит гиалуроновую кислоту концентрации 1.2%, 1.8% соответственно 1.8%. Плюс ко всему, они обогащены уникальными компонентами, которые носят название металлопептидов. И это металлопептиды марганца, цинка и меди, каждый из которых в нашей с вами дерме имеет уникальное действие и уникальную точку приложения. Кому показаны эти препараты? Каким пациентам, каким группам пациентов? В первую очередь показаны они всем без исключения в преддверии летнего сезона в качестве мощнейшей подготовки к активной инсоляции, особенно для тех пациентов, которые очень любят загорать и пренебрегают использованием SPF-средств. Вторым немаловажным аспектом и группой пациентов для их применения являются пациенты с жирной пористой кожей. Цинк великолепно купирует различные явления сибореи, нормализует выработку кожного сала, создавая такую гладкую, здоровую кожу. Препараты и тот, и другой активно снимают воспаление в тканях и могут применяться в качестве реабилитации после активных косметологических манипуляций, а также в качестве стимуляции регенерации после каких-то даже оперативных манипуляций. Плюс ко всему, думаю, многим из вас знаком такое понятие, как овальное старение кожи, когда пациент стареет раз, стареет быстро, и мы не успеваем за этим моментом уследить. Так вот, эти препараты номер один при лечении обвального старения кожи. Они усиливают разрушение гликированного коллагена и стимулируют выработку здорового молодого коллагена и эластина, делая кожу упругой, подтянутой, профилактируя обвисание и формирование дермальных заломов. Плюс ко всему, препараты обладают мощным увлажняющими свойствами. Хорошо очень зарекомендовали себя как базовые биоревитализанты. Препараты не имеют ограничений возрастных и могут применяться у пациентов с различным морфотипом старения. Они комфортны в работе, они имеют такую слегка вязкую консистенцию, что обеспечивает минимальную потерю при их инъецировании. А также препараты могут быть, при работе с этими препаратами вы можете работать любыми инструментами, начиная от 32 иглы, заканчивая 22 канюлей, и получать совершенно разные клинические эффекты у одного и того же пациента. И тот, и другой препарат несут курсовой характер применения. Количество процедур всегда определяется индивидуально. В среднем это от 3, от 5, с интервалом 10-14 дней. За более подробной информацией, а также по схемам введения или по схемам введения ваших пациентов, приходите к нам за знаниями в наш учебный центр.
Мы всегда делимся знаниями с удовольствием, своими практическими наработками, авторскими методиками. Вдобавок, есть у нас вот такое учебное пособие, где подробно написано про каждый препарат из линейки Ренова, и вы можете ознакомиться, а также себе периодически напоминать, как и с какими пациентами ими работать. Я с вами прощаюсь, желаю вам лояльных пациентов, прекрасного настроения и до новых встреч!